Привет! С вами я, Елена Удалова, преподаватель немецкого языка. Мне кажется, мы с вами уже вечность не виделись, но сегодня я снова с вами. И в этом видео мы разберем 10 фраз на немецком языке, которые пригодятся вам в реальной жизни. Я хочу пригласить вас на свой бесплатный вебинар, на котором я расскажу, как преодолеть языковой барьер уже через месяц, начать говорить по-немецки и понимать носитель языка. Вебинар состоится уже совсем скоро, под этим видео будет ссылка на него. Регистрируйтесь, я буду очень рада вас видеть. Ich habe das gegoogelt. Я это погуглила, или я поискала эту информацию в Гугле. Гуглить означает искать информацию в интернете, вбивая свой запрос в поисковик. В России популярны поисковики Яндекс и Google, а в Германии только Google. Поэтому они тоже говорят гуглить. Гуглен. Но если вы пользовались Яндексом, когда искали информацию в интернете, можете смело говорить немцу, что вы погуглили. Ich hab das gegoogelt. Ich hab das gegoogelt. Halt die Klappe. Замолчи или заткнись. Немножко грубовато, но вы должны это знать. Вообще, die Klappe – это такая откидная крышка или дверца. А halten – это держать. Под откидной крышкой, естественно, подразумевается наш рот. Поэтому дословно получается «придержи свою откидную крышку». Halt die Klappe. Эту фразу можно использовать, если человек вас раздражает и вы хотите, чтобы он заткнулся. Говорите ему смело «Halt die Klappe». Либо, если ваш друг вас подкалывает, и вы можете ему сказать, ну, хорош уже, придержи свою откидную крышку. Halt die Klappe. Halt die Klappe. Lass dir Zeit. Не торопись. Или вежливо, lassen Sie sich Zeit. Дословно означает, оставь себе время или оставьте себе время. Если вы никуда не торопитесь и вам не принципиально, чтобы человек выполнил какое-то действие в сию же минуту, можете сказать ему «Lass dir Zeit» или «Lassen Sie sich Zeit». Если при этом вы хотите максимально его успокоить, можете сказать «Lassen Sie sich ruhig Zeit». Спокойно оставляйте себе время. Я никуда не тороплюсь. «Lassen Sie sich ruhig Zeit». «Lassen Sie sich ruhig Zeit». Wirklich? Серьезно? Правда? Если вы чему-то удивлены, говорите wirklich? Wirklich? Nein. Ich hab's satt. Или, если более полный вариант, ich habe es satt. Но в разговорной речи обычно говорят кратко. Ich hab's satt. Мне это надоело, меня это достало. По-русски у нас есть что-то похожее. Я сыта этим по горло. Немцы тоже говорят, что они сыты этим. Ich habe es satt. Я имею это сытым. В общем, если вам что-то надоело и вы не хотите это больше терпеть, говорите Ich habe satt. Und ich habe satt. Ich habe Angst. Я боюсь. Я имею страх. Если по какой-то причине вам страшно, говорите Ich habe Angst. Ich habe Angst, okay? Ich hab dich gewarnt. Я тебя предупредила. Вы, кстати, заметили, что всегда глагол ich habe сокращается до ich hab. Это разговорная форма, и то есть всегда в разговорной речи немцы говорят ich hab, чтобы сэкономить немножко энергии на букве e. Так вот, если вы чувствуете, что человека ждет какая-то опасность, говорите ему об этом, а он не хочет вас слушать, можете сказать ему ich hab dich gewarnt. Я тебя предупредила. Или ваша подруга идет на свидание, и вы ей говорите, что с этим мешком вместо платья она вряд ли произведет впечатление, а она все равно идет в этом мешке. Тогда вы можете сказать ей вслед Ich hab dich gewarnt. Ich hab dich gewarnt. Alles in Ordnung? Все в порядке? Если вы видите, что вашего собеседника что-то беспокоит, поинтересуйтесь, все ли у него в порядке. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung? Du siehst toll aus. Ты выглядишь классно, ты выглядишь сногсшибательно. Если вы любите делать людям комплименты и считаете, что они этого достойны, запомните эту фразу. Du siehst toll aus. Du siehst toll aus, toll. Ich halte das für eine gute Idee. Я считаю, что это хорошая идея. Или мне нравится эта идея.
Дословно, я держу это за хорошую идею. Любят немцы глагол halten, правда же? То откидную крышку просят придержать, то держат что-то за хорошую идею. В общем, если вам понравилась чья-то идея, скажите ему: Ich halte das für eine gute Idee. Und ich halte das für eine gute Idee. Das war's für heute. Alles in Ordnung? Vielleicht möchtet ihr jetzt auf den Daumen nach oben drücken. Ich halte das für eine gute Idee. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Also, bis bald!